Позы очень важны при медленных движениях. Мы встаем в прекрасную позу. При этом мы держим корпус очень ровно и прямо. Следите за тем, чтобы вы стояли очень прямо и ровно, потому что кто-то из зрителей может вас фотографировать. Постойте так и тянитесь вверх. Мы не должны стоять так неподвижно, пока это всем не надоест. Надо внести энергию в это движение. Вы тянетесь вверх, поднимаете пятку, стараетесь потянуться еще немного выше, потом еще выше, так чтобы тянущиеся руки излучали энергию и напряжение. Прямо в сторону, через кончики пальцев, прямо вниз, через ноги и в стороны. Сделайте паузу, одну руку вверх, другую в сторону, эту ногу в сторону. Следите за тем, чтобы нога была повернута под небольшим углом. Поставьте ногу обратно, таз красиво убран под себя, грудь поднята вверх. Сделайте вдох, тянитесь.